Так, всем здравствуйте. Сегодня вот елок сейчас из леса принес. Мешок большой. Даю кроликам. Наверное, месяц не давал. Даю их в неограниченных количествах. Вот так набиваю. Вон, охапочки такие. Съедят, еще даю. Никакого вреда от елок быть не может. От переедания. Только польза. В ней множество витаминов. Также вот елки действуют как там от глистов, от всяких кишечных паразитов. Очень полезны для мамок кормящих елочки. Много витаминов в молоке. Ну, вот зимой бесплатные корма и витамины. Вот так вот. Для кроликов поедание как бы корма сразу уменьшается. Они сытные, у них много каротина в елках. И очень полезно. Зимой надо обязательно давать, пока соковыделения нету. Вот где-то как морозы ударят с ноября, там с конца и до апреля даю елки. Вон, обожают. Вот эту охапочку сейчас. Дня за два, за три съест еще дам. На этом все. Всем всего хорошего. Подписываемся на канал, ставим лайки.